Задля проведення експерименту нам довелось піти на хитрощі. Ми запропонували тещі Лідії піти на побачення на осліп. Але що саме мало відбутися під час цієї зустрічі, вона навіть і не здогадувалась. Добрий день. День добрий. Ви Віктор? Якщо ви Лідія, то я Віктор. Прошу садитися. Я, как и вы, вот пришел на это свидание вслепую. Я узнал, что вы работали когда-то в цирке. Да, работала, да. Мне стало очень интересно. Вообще я работала, жанр такой называется, чревовещание. Говорить вместо куклы, не открывая рта и другим голосом. И когда ее в руке держат. Да. Да. Интересно, у вас цирк на сцене был или арена? Ну, одно время на сцене, потом было шапито. Когда работаешь живую на зрителя, вот эта живая реакция, ни с чем не сравнить. А я сейчас больше бабушкой подрабатываю. Любимые дети – это внуки. Ну да. Сейчас у нас двое внучек. Ну, поздравляю. Да, спасибо. Я надеюсь, мне это предстоит. Ничего, всему свое время. А потом, когда внуки подрастут, в профессию никак? Ну, пока не хватает на все времени. В жизни всякое происходит, разное. Лідія настільки захопила своїм новим знайомим, що не побачила, як у кафе з'явився Олександр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Як діла? Це мій зять. Ага. Мужчинку ся іщете. Ну, а що, ти проти? Що за слово? Та не проти. Я думав, по Саліні якогось там. Зачем тебе этот мужчина не нравится? Помоложе. Чем же ж извиняюсь? Да я не к вам обращаюсь. А я как будто бы не слышу, да? Ну, слушай, как ты себя, может, покорректнее веди? Да нормально я себя веду. Как вам, женщина? Молодой человек, хотя бы ее взять. Вам-то какое дело? Да так, интересно. Может, вроде бы женщина свободная? Свободная, но про цирк еще не рассказывали, нет? Они же там артисты. Друг дружку и бабки в кружку. Ну и так предупредить, а то бывшего запилили так, что бедняга на полшестого теперь жизни. Что на тебя нашло? Да не, я думаю, просто как вам побывать, когда я в вашей роли выступаю. А, ты в этом смысле? Я тут уже становлюсь, наверное, лишним. Я тоже так думаю. Всего доброго, приятно было познакомиться. Okay. До свидания, молодой человек. До свидания. Ну и зачем ты это сделал? Я вот повел себя аналогично, как и вы ведете себя. Вы лезете со своими советами. Ну, я делюсь всего лишь навсего своим опытом. Меня это не устраивает. Я явно хотел, чтобы вы увидели, как оно выглядит со стороны. Я как бы не врываюсь, я, получается, стараюсь вам помочь. Нанести помощь. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидия. Разрешите, я присяду? Да, пожалуйста. Я психолог на этом проекте. Меня зовут Александр. Очень приятно. Честно говоря, у Саши не было никакого намерения вас как-то обидеть. Это было наше задание. Мы очень хотели, чтобы Саша показал вам вас со стороны. Угу. Как вы иногда ведете себя в семейных отношениях. Угу. Скажите, что вы почувствовали? Это неприятно было, потому что он ворвался в мое личное пространство. Ничего не напомнило Саше на поведение со стороны? Ну, он мне как бы пытался объяснить, что это я веду себя точно так же. Он попытался показать мне, как это неприятно, когда вот лезут не туда, куда надо. Какие-то, может быть, выводы для себя сделаешь? Может быть, как-то по-другому пересмотрите свое поведение? Думаю, что да, нам всем, наверное, нужно пересмотреть свое поведение. Смотрите, ага. Я вам дам еще маленький совет. Можно вообще сделать семейную традицию там раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Сделать такие совместные чаепития, где каждый говорит правду, никто за это не страдает, да? И просто обсуждаете, каким образом из этой ситуации выкрутиться. Ну, правда? Хорошая, да, идея. Главное, чтобы только люди себя могли услышать. На самом деле не хотелось обижать, оставить неловкое положение, но я постоянно нахожусь в таком состоянии. Если вот такие традиции завести в семье, я считаю, что ваша семья будет крепкая, хорошая, здоровая, и у вас все будет в жизни хорошо. Я думаю, что нужно попробовать для начала хотя бы обязательно. Попробовать стоит. Тогда вы продолжите ваше свидание уже без камер. Надеюсь, вам понравится. Хорошая идея. Хорошо, спасибо, дети. Вам счастливо. Большое, всего вам доброго. До свидания, да. Счастливо вам. До свидания, Александр. Спасибо большое.